Да, дорогие друзья, праздничный стол для здесь наших... для наших обезьянок. А я куда их буду обезьянок? Ага. На тебе тоже. Здесь подписчики, вот мы не знаем кто. Принесли нам столько. Принесли, положили, да, вот и малинку, и клубничку. И мы Маню угостим, и Тосю, и Степу, и Люсю. Надо было записочку оставить там. Семья такая-то из города такого-то. Да, приходишь, а тут, да, столько тут гостинцев. Даже, гостинцев даже уже. Даже вот нашим попугаям. Шишечки даже принесли, удивительно. Почему? Они нас... тоже любят кумику. Не, удивительные подписчики у нас. И вот внизу. Мани и Стёпы. Мани. И орехи, апельсины, клубника, малина, финики, изюм. И все, я вам скажу честно, все вкусное. От семечек. Самый. Все сам бы ел. Да. О, папа. Оп. Да, Люси надо. И батик тут. Он. Ангелина он точит. Скажи спасибо, Ангелина. Спасибо. Передай спасибо нашим подписчикам. Спасибо. Вот. Потому что на самом деле сезон клубники и малины уже как бы подошел к концу. И очень приятно такое увидеть. Так. Яблочек. Сейчас понесем. Сейчас и яблочек нарежем. Я думаю, сейчас многие, кто смотрит это видео, думают, вот бы я бы сейчас тоже клубнички с малинкой бы съела. Или съел. Ну вот, клубника. И Басик. Басика тоже покормили. Ангелина, дорогие друзья, Ангелин, посмотри на меня. Посмотри, Ангелюша, покажи. А, слов даже Мани? Нет. Это Маня, да. И Тось. Оп, ну. О. А у нас возьмешь? Мы как? На. Возьмешь? Вот она, да, ну конечно. Понятно. Аккуратней, смотри. Вот, уже сидят, ждут сверху, снизу. А, тут уже столько людей. Смотрит. Манечка. Где? Где? Да их сегодня так накормили. Тося. Маня, Тося. Ну, тут Ангелюша так старалась, сделала такой фруктовый тортик. У богатых свои причуды. А Манечка сказала. Вот она, вот она. Ой, сколько идет, всего, идет, да? Идет. Маня. Раскачался, да? Это Лёля. И Лёля, а Болик, вон тот маленький, да? Лёлик и Болик, да? Вон, Боля сзади. Маня. Моя девочка. Вкусняша. Опа. Тося, она еще. Тося, скромняшка. Эт, ну! Ну что ж, все. Вся красота. Маняшка. А, Маняшка, на, возьми яблочко. Ангелюша выкладывала, выкладывала. А Маня раз за один раз и все. Она без Тани никак. Да, очень ждет. Скучает. Это Лёлик. Это Лёлик? Это Лёлик. Мы Люську не найдем со Стёпкой. Прямо по аллее до восточной сказки. И там у них есть... Вы так легко говорите. Скажите, пожалуйста, где зебры? Вот тоже по центральной аллее. Жирафов нету, да? А? Жирафов нету? В Ялте. Манечка, иди куда? Иди куда? Иди куда? Иди, мою полицию. О! А что не в Ялту уехали? Там климат подходит. Да. Ладно, скажите, пожалуйста, зебра, которая привезли беременную, не родила? Нет, еще нет. Ладно, бегает еще.
Так еще бегает. Все интересуются, все задают вопросы. Родила ли зебра? Все все знают. Все смотрят. И семечки не такие, и сякие. Маня, а сегодня вообще-то у папы день рождения. У богатых свои причуды. Если ты не знаешь. А Лёлика Болик вырос, ли вы еще к нас вам куда не отдаете? Не-не. И папа такие угощения. А Соник такой маленький. У вас он такой большой, он мелкий. Маленький, да удаленький такой. Ну, давай, ого! Удаленький-то мы знаем. Палец несу и к нему. Яблоки не берет, только огурцы. Знаете, сейчас столько посещений. Кормят, так? За весь день такие вот. Вы, конечно, все красиво принесли. Клубника, семечки, орешки, апельсинки. Но мне интересует сама... Сам поддончик больше интересен, чем эта еда. Конечно. Все накормлены. И 8 месяцев. А Люля позволит вам оставить их в домике, да? Да, да. Про шерханчиков проплакали. Они доехали? Клубничка и малинка, это подписчики, я знаю, да. Сегодня передали. Мы пришли, а на столе клубника и малина стоит. Манечка, ну, иди обниматься к папе. Где моя мама? Когда она приедет уже? Все-таки Манечка больше к Танечке тянется. Да. А Люсечка ко мне, а Степочка что-то полюбил. Меня, да. К нему сразу, да. Сразу к нему. Денис, он еще не прибыл. Нет, Степа прямо у него. С головы не слазит с меня. С головы не слазит. Чуть не прошли мимо попугаев. Спят все, и Жорик спит. Но мы еще зайдем к нему. И Кирочка спит. Обеденный перерыв. И какие-то они скучные. И Жорик и глаза даже не открыли. Стоит с ними... позаигрывать, они все должны проснуться сразу. Нет, они ваши голоса выбирают. Выбирают. Ну, Чука накормили, главное. Маня. Так, еще раз скажите, как нам идти к зебрам и к кому там, к Глюське? Глюське. Глюське. Вот так идете прямо и направо, да? Кафе «Восточная сказка». Возле кафе «Восточная сказка». Сегодня. Маня, иди ко мне, мою мать. Спасибо большое. Пожалуйста, и вам спасибо. Видите, и Ангелину узнают. Подписчик. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Приезжайте. Дедушка, поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Корыто это мне. Клубника и малинка у них. Такие вкуснятины. Ревнует. Ага, смотри, раз. Держит ее. Опа, не дает. Ну, Манечка, иди. Активно еще какая активная. Не то слово активно. Маня, здесь зипу сводишь, Маня.